На 200 мешков мусора меньше стало в Москве благодаря проведенному Дню молитвы об окружающей среде. Православные верующие отметили первый общецерковный день особой молитвы о Божьем творении уборкой мусора в московском лесопарке района Кунцево. В акции, которая прошла под дождем, участвовало несколько сотен человек. Они собрали более 200 мешков с мусором. Мероприятие провели совместно Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви и общества и Общероссийское экологическое движение «Зеленая Россия». Еще одна их совместная акция – это установка контейнеров в Москве для утилизации батареек и аккумуляторов. Ее цель – привлечь внимание общественности к правильной утилизации автономных источников тока.